Хакеры, атаковавшие немецкие правительственные сайты, украли документы об Украине, Белоруссии и о Брексите. Об этом сообщает немецкое издание «Шпигель онлайн». Всего злоумышленникам удалось похитить 6 файлов, большинство из них о переговорах с Британией, а также с Украиной и Белоруссией. Утечка последних произошла, когда службы безопасности уже знали об атаке и контролировали ее ход. Хакерская группа APT-28, которая обычно связывают с Россией, взломала серверы МИД и Минобороны Германии 28 февраля.